Это большой грех, Нигер-Калфа. Разлучать мать с ребенком. Ты можешь видеть сына, когда захочешь. Смотри, он здоров, слава Аллаху. Молоко кормилица пошло ему на пользу. Грудью должна кормить мать. Пусто. Нет ребенка. И молока не стало. Что это? А это? Это амулеты. Не бойся, они приносят ребенку добро, здоровье, хранят от сглаза, от всякого зла, от порчи. Там внутри молитвы начертаны. А если там не хорошие, а дурные молитвы? Ну что ты, они все очень хорошие. А кто же писал молитвы? Валиде Султан? Нет, их одна женщина пишет. Пускай и мне напишет. А? Гюльнихаль, ты пришла? Пришла. Какие у тебя ужасные шрамы. Да, у меня шрамы. Мое лицо стало уродливым. А у тебя уродливое сердце. Посмотри. Смотри. Видишь, это ты. Прикрой лицо. Шехзаде тебя испугается.